Привет! Добро пожаловать на нашу электростанцию. Поднимите руки, кто уже был внутри плотины. Хорошо, готовы? Идем. Соберите всех. Двух сотрудников найти не удалось. Трое наших погибли. Макхар, десантник. Это правда? Да, он не помешает. Уже помешал. Какого черта им тут нужно? А мне-то откуда знать? Надо остановить этого типа. Что ты творишь? Она же беременна. Позвони своему мужу. Помнишь моего сына? Как его звали? Кайл. А Шона помнишь? Так получилось. Открой шлюз 3. Однажды ты солгал. Больше так не делай. Если все обернется не по-моему, начнется ураган Катрина здесь, в Южной Джорджии. Что там произошло? Говори. У него был ствол. Я тебя слушаю. Он беспринципный, подлый коп. Они убили его сына. И поэтому должны погибнуть 100 тысяч человек. Я не думал, что все так обернется. А как должно было обернуться? Я помогу перекрыть плотину. Я все тут затоплю. Мы все погибнем. Здесь все будет разрушено. Вы понимаете, что погибнут люди? Понимаю. Это мое наследие.